Нацпатриоты в ужасе, на железной дороге работают русские. Латышские нацпатриоты столкнулись с очередной, ужасной, реальностью, а оказывается, на железной дороге работают русские. К такому невероятному выводу они пришли, увидев саркастический ролик из ТикТок, где мужчина рассказывает о том, что латыши занимают только руководящие должности. На каком языке на железной дороге Латвии происходит общение между диспетчерами и машинистами, между составителями и дежурными по станции? Короче, на каком языке работает железная дорога Латвии? Как вы думаете? Вы думаете, на латышском? Нет, только на русском. А знаете почему? Потому что на железной дороге Латвии работают практически одни русские. Ну, понятно, что там верхушка одни латыши, да? То есть, понятно, что они там сидят в кабинетах, там еще что-то, да? Но на самом деле все работники железной дороги, они русские. И общение происходит исключительно на русском языке. Вот такая ситуация. Говорит автор видео. Нацпатриоты традиционно впали в истерику, увидев в этом угрозу и пятую колонну. В случае нападения русским не надо, даже будет использовать свою железную дорогу, машинисты и диспетчеры сами подгонят составы к границе и везут танки в Резекне, сделал вывод Андрей Фабушевич. Более вменяемые написали, что можно бесконечно притворяться, что русских в Латвии не существует, однако реальность другая. Собака не СЛВ.